Ну вот мы и попали, ребята, в финальную главу «Могильник». Максимальная прокачка у нас составляет вот таким образом. Это ярость, эволюция, оружие роя и, естественно, симбиоз. Все остальное мне не важно и не интересно, и даже не знаю, можно ли это прокачать вообще. Сразу, ребята, предупреждаем, что, возможно, это не будет финальная глава для меня, потому что я не смогу ее пройти. Почему? Потому что здесь есть один баг, который не всегда работает. Либо мы открываем эту дверь, либо не открываем. Возможно, есть какие-то другие способы, но лично я думаю, что он самый верный и правильный. Подошел так, вот ударил по механизму, дверь открылась. Другого не бывает. Возможно, конечно, я еще раз повторяю, я ошибаюсь, но почему-то я думаю, что именно так это и работает. Давайте-ка отправляться. Что ты? Тебе сейчас таких поджопников напинаю. А ты что, тоже самый умный, что ли? Ты знаешь, как я учился отрабатывать моя гири? И вот только снилось бы. Лови. На! Так, вот теперь смотрите, это инкубатор, да? Можно, кстати, попробовать туда спуститься. Я не знаю, получится у нас это или нет. Давайте сохранимся. Если он сейчас умрет, значит нет. Да, он умирает просто. Ему не дает туда спуститься, хотя он может это сделать спокойно. Туда переместиться. В принципе, вообще без проблем. Какую-то дверь я открыл. Может быть, попробовать по-другому сыграть. Так. Иди нахрен. Блин, откуда они берутся-то, а? Твари конченые. Да на тебе, на. Всех, сука, запинаю. Так. Непонятно мне одно. Почему здесь закрылось? Так, этот со спины нас сейчас, наверное, будет обижать. Надо его принять. Так, иди-ка сюда. Сюда иди. Да иди, сука. На. На тебе прям, на, по бороде тебе прям, на еще раз, что ты думаешь? Я тебя сейчас просто запинаю, сука, в угол, а тут ты вылез со своей помойки, которая там называется могильник. Ты думаешь, ты что, в сказку попал? Вот, теперь мы дошли вот до этого места. Ага. Ага. Открывает он эту дверь и закрывает предыдущую, да? Вот так вот это работает. На! Откуда вы беретесь только на мою голову? Это не очень хорошо. Смотрите, здесь получается у нас... Да что ты будешь делать, а? Убили меня. Да вот эти вот мразоты вот бегают маленькие. Они, блин, всю малину, сука, мне портят, твари, блин. Никакого житья не дают. Блин, жесть просто, а. Да пошел ты. Да что такое, мразь, а? Ты посмотри. Я начинаю его, сука, пинать, у меня не дает житья никакого.
просто эти вот ублюдки сраные, вот мелкие, блин. Дерьмо вот это повылазило откуда-то непонятно, блин. С какой канализации высоко вы только вылезли, а? Да отстаньте вы от меня нахрен, блин. Соси ноги, блин. Ублюдки. Что? На! Вообще никакого спокойствия от вас нет. Хрен дождешься. Так, давайте забираем плюшки. То как-то плоховато прям. Что ты там, караулишь, что ли, стоишь? Что, скучаешь? На тебе, бонус. Блин, вроде я крепкий, а что-то вот как-то вот плоховато вот. Меня сейчас положат, а? Ты посмотри, вот, а что они делают? Они просто... Да, да почему ты умер-то? Ну, братан, ну как? Ну что-то у тебя опять не получается. Ну что такое-то? Ёб твою мать, а? Я вообще не знал, что такое умирать, да? Что творится с тобой? Серьезно, хорош, а? Давай, распинывай их нахрен, всех этих ублюдков, сука, сраных. Еще отравляют, мрази, блин. Давай, давай, давай! Вот, блин, ублюдки, а? Ты смотри. Сука, травят и травят. Да на! Твари, сука, конченая. Не дайте мне... Да пройти уже, блин. Да что такое? Да ты посмотри. Они меня просто, они вываливают под конец и все. Я такое ощущение, что меня просто все прокляли, блин. Они меня просто разваливают. Я вообще не помню такого, блин, что было, блин. А что меня не, сука, разваливали. Твари эти мелкие. Блин, броня прокачана, жизнь прокачана. Чё ты... Пошёл ты отсюда нахрен. Да ёб твою мать. Да на, блин. Сука. Ты посмотри, чё ты, как они меня... Это прям вообще печаль. Но! Заткнись ты уже, а? Урод. А ты что здесь? Так. Пока вроде живем. Не знаю, насколько нам это хватит. Давай, блин, пропни ты его, блин, а. И этого туда же отправь. Сука. Вот смотри вот. Вот почему она не работает. А, тут какой-то портал, что ли, есть?
Мне как-то интересно с этим порталом стало. Ну-ка, подожди. А это что, вот это вот? Что он дает? Панель управления, да? И... Так, походу, это панель управления та, которая мне нужна, чтобы открыть этот замок. Давайте теперь думать, как нам сделать данные. Не знаю, как это правильно сейчас придумать. Но идет это как-то так. Ну вот это простое решение. Но я не пойму, как нам отсюда теперь сделать замок. Погоди. Если это идет так. Это идет так. Допустим. Это не факт. Как-то это так, это вот так, это вот так, не так. Открыли мы этот замок? Открыли. Все, идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не стреляй по мне, хороший. Все, отстань. Опять ты. Меня сейчас положат. Да потому что с двух сторон начинает атаковать. И тот вроде сагрил, и эта рысь вот. Так, ладно, давайте, забили. Да пошел ты, блин. Говна, сука, сука, повываливается, блин. Просто говна сколько, вот серьезно, вот. Собираю вот эти ребусы. Надо сейчас сохраниться. Записаться надо, чтобы проблем не было. Двигать дальше. Иди ты нахер. Вот она это. Вот это вот меня и пыталось, да, убить. Здорово, лови. Какого спокойствия не дают житья вообще, уроды. Ты-то откуда вылез-то, а? Ну чё ты? Ёб твою мать. Да на! Только и можете, да? Так. Не нужен кокон. Мне нужно здоровье. Чтоб меня и не убило. Так, и что? Ну и куда дальше? Ха. А, подожди. Вот это поле мы должны, наверное, открыть. А то, наверное, откроется, да? Сука, придумывай же, блин. Держи.
На тебе дополнительную тему. Отлично, чекпоинт, да? Ну, поехали. Аккуратненько. Это еще что было? Кто меня сейчас обидел? А, да ё-моё, да сколько вас тут, а? Да на, сука! Сколько же дерьма тут, а? Давай в футбол поиграем. Вот ворота у вас тут есть? Давай вон туда. Ага. О, смотри-ка, судья прибежал. И сюда, блядь. Чё, футболисты, давай. На, блин. Тяжелые, наверное, раз так долго кидает. Так. Теперь здесь что-то от меня требуется. Тебе надо, наверное, ту открыть, что ли. Так, смотри, здесь у нас теперь, да? Ага. О! Вот она, да? Открывает эти ворота, отлично. Да откуда у вас тут берутся-то? Вот просто-то посмотри, они прям на каждом этом портале, вот эти охранники, как их тут назвать? Ну, монстры-то понятно, но как их правильно назвать, я даже не знаю. Так, вот здесь какой-то у нас, походу, проход, да? Здорово! На! Пошел ты, блин. Во-во-во-во-во-во, полегче! Че тебе надо, а? Вот тебе че надо, а? Тебе че, жить надоело, что ли? Очень интересно, но нихера не понятно. Ну-ка. Оп. Вот сука, а. А так, а что придумать? Гранат нет. Сука, гранат нет. Чтоб пройти, блин. Так, ладно, давайте думать дальше. Надо гранаты оставить. Он вообще не ту загрузил, абсолютно не тот уровень даже. Надо вернуться, чтобы гранаты были, оставить вот на вот этот вот момент, потому что, не знаю, надо гранату по-любому туда кидать. Оставить хотя бы пару штучек, я даже не знаю, сработает это или нет, я думаю, сработает. Главное, как кинуть. Сколько у меня гранат сейчас там? Две-три штучки, четыре штучки есть, да? Ну, то отлично. Let's go.
Хоть так попробовать. Давай. Заруливай. Так, теперь начинается эконом-режим по поводу гранат. Не тратимся вообще. Пока тут всех распинаешь, я стану настоящим Ронелдо. У меня столько поклонников набежало, что я что-то не успеваю всем автографы раздавать 45-м размером ноги своим. Давайте дальше думать. Так, где этот? Теперь давай думать. Оп. Тихо. Сука. Да мразь ты. Ублюдки-то, а? И граната не помогает, ни хера вообще. Сука, и что делать? Не отключает, да? Блять, а как туда попасть-то? Придумают вот в натуре вот всякую шляпу просто, а вот, вот. Серьезно, вот надоело вот уже вот это голову греть вот. Я вот, значит, перепрохожу, что-то стараюсь там придумать какие-то гранаты, что-то как-то обойти, блядь. Да нихера там так не работает. Ну а куда тогда, блядь, идти? Что мне надо делать? Сейчас просто я возьму по-другому сделаю. Я сейчас сделаю по-другому. Я сейчас открою YouTube, сука, и посмотрю, что он делает там, когда это проходит, и все. Я что, буду голову, что ли, греть, вот сидеть, вот серьезно, вот как он это проходит? Вот правда, вот вообще не смешно вот эта вот тема, вот. С этими вот непонятными вот проходами через могильник этот. Мне нужно понять, что он с этими воротами делает. Просто понять. Как он это открывает? Мне просто интересно посмотреть. Все. Мне остальное уже не надо, потому что, скорее всего, это уже последняя фича. Как надо пройти? Хоть мы даже все пооткрывали. Так, где эти ворота, которые мне нужны?
Так, вот он сюда зашел. Так, вот они. Два портала, да? Два ключа. Получается, что он просто сейчас держит щит и все. А как туда попасть-то? Я не понимаю. Ну, один ключ. Он отключил его. Дальше что? Второй ключ. Ну. И что? А, ёб твою мать. Понятно, в чем прикол. А прикол, ребята, простой. Здесь надо при помощи щита отключить. Нам нужен щит, сука, чтобы что-то у нас получилось. Вот так вот это работает. Там-там, тарарарам, да? Угу. Ха. Очень смешно. Сам подсказал или придумал, да? Теперь мне придется пожертвовать чем-то, чтобы сделать себе щит. Придется разорвать одну цепочку, чтобы использовать щит. Вот теперь давайте направляшки устраивать. Так, а щит у нас на чё, подожди? А, вот он, щит, да? Вот так вот это было задумано, чтобы ты использовал навык. Вот щит вот этот вот он абсолютно мне не нужен вообще. Это надо либо просто знать, либо запомнить, когда вы проходили игру, что вот такая птичка бывает. Чтобы у вас не было потом проблем с этим, с прохождением. О-о-о-о! Началось, блядь. Урод, блин. Давай-ка мы тебя немного... Ну! Ну где активация-то, ёб твою мать, суперудара, блядь? Неужели, блин? Молодец, родил. Поздравляю. Молодец, получилось у тебя. Ой, блин, дайте мне, пожалуйста, терпение, а? Так, есть два ключа. И что? Раз. Два, отлично. Все, валим отсюда. Неужели я вышел? Все, теперь гораздо, я думаю, будет мне прочнее и легче передвигаться. Так, давайте наверх. А, тут нихера нет. Ну тогда вниз пошли. Так, есть какой-то портал. Внизу что? Внизу какой-то выход. Давайте мы его сейчас... Да. Хм. Это что-то новое. Как по мне.
Надо придумать, как его теперь открыть. Да. Вообще не вариант. А что-то придумать? Допустим, это так. Так. Думай, Никита, думай. Нам нужно вот отсюда линейку сделать. Ага. Ага. Если это идет вот так. Это так, допустим. Так, чтобы мне придумать-то, чтобы это все сделать. Так, Карл. Здесь прерывисто идет, да? Здесь нет соединения, да? Так вот это работает, да? А что я отключу, даже не знаю. Наверное, внизу, наверное, да? Я думаю, что внизу что-то мы отключили. Игра сохранена. Поздравляем. Есть тут дома? Давай. На. На, сука, на. Чё ты, блин? На, сука. Кто там герой? Ты, что ли? Я вас всех отправлю в ад, сука. Кто ты? И разберу тебя на части. Совсем, что ли, охренели, блин? Здоровья много, я быстро поубавлю. Так, это что за дерьмо? Так, надо как-то нам его... Так, ты будешь рукой махать? Так, он не попадает, отлично. Ручонкой себе машет, пятюню отбивает. Так, окей. Ух ты, ёб твою мать. Давай на раз или зассали. Давай. Ну. Следующий. Иди сюда. Сюда иди. На. На, сука. Ну,
кто ты? Клоун, а? А если я тебе сейчас прям вот так вот сделаю? На, сука. С ноги тебе. Опа, здравствуйте. Вы, походу, дверь ошиблись. Откуда вы беретесь на мою голову, а, придурки? Блин, никакого вообще спокойствия. Да пошел ты, блин. Уходим. Пошло оно все нахрен. Нам надо дальше двигаться. Надо выйти отсюда прям вообще с этого инкубатора, могильника. Кому как больше нравится. Так. Здесь что? Тоже какой-то проход. Дебил. Здорово. Как успехи? Да шлюха, сука. Мразь. Еще это дерьмо, сука, стреляет. Конченые, а? Да... Слабак. Да все, успокойся. По стрелушками своими. Да, блядь! Чё так все плохо-то, а? Блин, столько раз убивает в конце вообще. Блин, они ни о чёмные вообще вот эти. Они реально ни о чем, но почему-то у нас ни хера не получается. На! И восстановление тоже, конечно, не ахти идет. Хотя вроде вкачано, но что-то не то. Как-то не получается мне прям нормально пройти. Да блять! Сука, эти мразоты мелкие, блядь. Чё эта проститутка, сука, тут пулькает, блядь. Твари, блядь, конченые. Чепушня вот эта, сука, мелкая, червячая, блядь. Thank you.
Да на, блин! Конченый ублюдок, сука. Да ведь заткнись ты, блядь! Вообще, блин. Никакого нету спокойствия. Пойдем, вояка. И чё? Ворота эти ваши сраные, блин. Открывай, закрывай. Так, куда мы попали? В дом какой-то. Ну? Ублюдок, а? Загасился и ждет прям. Так, что у нас здесь? Два стрелка, вообще классно. Сохранится, блин. Давай, давай, давай. Иди сюда, урод. На! Конченая. Ну? Зассал, что ли? Блин. Так, забираем все, что можно. Блин, когда же я отсюда выберусь, а? Ты посмотри просто, сколько их тут, а? Дерьма этого. Червяков, жимов, смотри сколько. Какие-то непонятки тут выруливают мне. Так, а что? Куда тут? Подожди. Не понял я. Что ты от меня здесь хочешь? Походу, куда-то надо обратно идти. Раз такая здесь тупиковая ситуация, попиздовали обратно, значит. Блин, тут в натуре, блин. Понагородят, блядь. Не, ну правда, куда идти-то? Я не понимаю, я не вижу никакого здесь прохода. Все поотключал, все, что можно, отключил. Ну, не вижу я никакого выхода.
Да. Вот так, да, значит? Понятно. Так бы сразу бы и сказали. Аккуратней. Ёб твою мать. Здесь аж три портала, да. Ой, блин, придумывают же, а всякую... Правда вот, а? Сдается мне, это работает именно так. А возможно и нет. Так, и что ты от меня хочешь-то? Хера не пойму. Пока что вообще. Меня одно напрягает, что эта миссия очень долгая. Вот именно из этих вот разгадок вот. Так. Так. Ну и как тут что придумать-то, блять? У тебя здесь нету цепочки, да? Понятно.
что тебе от меня надо-то, я не пойму. На. Здесь обрыв идет, да? Да, неужели мы это сделали, блин? И уже мне пролетать начинает, а? Дерьмо, это все повылазило опять. Пойдем. В смысле? Не понял. Ну давай, блядь. Что ты от меня хочешь-то? Я не понял, ты что от меня хочешь-то? Блять, всякую шляпу придумают, сука, вот голову мне вот серьезно, вот прям вот греть надо сидеть, да, вот это вот херней вашей страдать, вот правда вот, а? Больше придумать, блять, нечего, а? Вот серьезно, вот, правда вот. Всякую шляпу придумают, вот чтобы в конце у тебя голова прям просто, сука, сгорела, блять. Где этот портал странный? Как он будет открывать его, блин? Ну! Блин, осталось-то ни о чем, блин, пройти-то вообще ни о чем просто. Мне просто интересно, как он будет его открывать. Я что-то не пойму. Надо, по-моему, поочередно как-то нажать. Надо просчитать, как это работает. Ну и что? Раз, два, три, четыре. И чё? Давай, давай, чувак, ты открывай давай голову, там, не грей, блин. Мне надо понять принцип, как это работает. Надо, по-моему, поочередно как-то открыть. Они должны закрываться, а не открываться, по-моему. По-моему, это работает именно так. Вот ты когда стреляешь, она должна закрыться. Нет. Вот, допустим, раз. Она закрылась. Нет. Ой, блин.
Дайте мне, пожалуйста, терпение, а? Пройти это, отмучиться просто вот. Ну правда вот. Вот. Вот правда, вот, вот всю игру проходишь, вообще никаких вот нету заморочек, вот просто играешь, играешь, играешь. Нет, под конец надо придумать вот эти головоломки, вот, сука, чтобы тебе мозг, сука, съели, просто взяли его так вот, вынули, сука, и сожрали, блядь. Вот, на... Ай, вот зачем придумать вот эту дичь-то? Просто мне объясни. Вот там даже ускорил это прохождение. Потому что он сам, наверное, у него жопа сгорела вот это все делать. Как вот это работает? Я нихера не понял. Как вот это, сука, он понаоткрывал, блядь, а? Промотал, сука, блин, еще. Мало того, что я, блин, страдаю, так он еще промотал это, блин, специально ускорил, блядь. Сука, блин. Ой, блин. Когда это закончится, а? Чуть не надо, а? Ублюдок. Еще при том, что нам придется сейчас драться с большим опять червяком. Там будет очень весело. Что здесь у нас? Пойдем. Поскорее бы уже выбраться отсюда. Валим оттуда быстрее, а? Когда мы с этого могильника выберемся? Только одному нашему, да? Другу известно, за которого мы играем. Какой-то интересный здесь этот. Куда нам? Прыгать, что ли, блин? Ну! Тут без бутылки не разберешься, как спускаться, но никак.
Окей. Что это у нас? Получается какой-то инкубатор, я так понимаю. Нам, наверное, надо его отключить. Я ты просто не помню. Удивляешь. Ты что? Разговариваешь, что ли? Кто ты такой? Чем это знание поможет тебе, Осы? Теперь ты часть нашего города, нашего мира. Смирись с этим. Как ты пробрался ко мне в голову? Мы контролировали твои средства взаимодействия с внешним миром с самого момента побега из инкубатора. Когда ты аномально отключился от общей сети. Ты удивил нас, Осы. Ты единственный из всех существ, кто ухитрился сохранить свою личность. Благодаря этому у тебя остались коммуникативные навыки, что позволило нам, в свою очередь, получать неискаженные сведения. Ты самый совершенный инфильтратор из всех, что нам удалось создать. Благодаря тебе мы выяснили расположение вашей базы. Это потрясающий успех нашей программы по выведению новых существ. Выведению? Я бежал из вашего проклятого питомника! Неважно. Программа была запущена. Сначала я хотел отключить тебя, но потом решил проследить за твоим поведением. Ты впечатляюще проявил себя, уничтожив смотрителя своего инкубатора. Каждую планету, каждый населяющий вид мы использовали для выведения высшего существа. Эта титаническая работа ведется в течение многих тысячелетий, и некоторые экземпляры получались поистине великолепными, но несовершенными. Индивидуальность. Вот чего не хватало всем остальным. Они становились отличными инструментами для Роя, работниками и воинами, но не его сторонниками. И, наконец-то, долгожданный успех. Когда я оторву твою уродливую голову, это будет твоим самым очевидным успехом! Ты не дозрел. Ошибка не повторится. Мы используем твой генный материал в производстве подобных существ. Экзарх будет доволен, что именно я... А кто такой Экзарх? Успешно. Мне вот это очень интересно. Сначала попробуй возьми! Чё, драться будем? Ну давай. А, он там получается под куполом. Вроде как. Его, наверное, надо как-то отключить. Я вот что-то не помню. Нихера, блин. Ёп. Да сука. Откуда вы беретесь, мрази, а? Просто... Блять, еще... Ой, сука! Нельзя было вот сделать сохранение, да, похеру? Вообще насрать. Нельзя было сохранение сделать, чтобы вот когда в момент он спустился вот сюда, вот, чтобы я там дальше не бегал. Нет, надо именно вот там было сделать, да? Я не знаю, у меня прям под конец от нее уже просто горит. Она мне уже прям надоела. Вот, вот эти вот... Вот просто ты вот тратишь свое время вот на вот эти вот беспонтовые тупые прыжки. Вот просто вот. Зачем это надо было делать? Вот усложнять вот так вот это вот все. Вот для чего? Чтобы затянуть сюжетку, что ли? Да и так все понятно уже, в принципе. Зачем вот это все так усложнять? Я ни хрена не пойму. Для чего? Можете мне объяснить вот это вот? Принцип вашего вот этого всего. Захотели, просто растянули сюжетку вот. Драться против этих придурков опять.
Единственное, что остается, это просто вот так вот сохраниться и все. И сейчас вот опять будем базарить, да? Как это пропустить? Отлично. Ничего я не могу делать, но я так и думал. Ему насрать. Так. Надо отсюда выбираться. По-моему, надо отключить все три ключа. Давай, давай, давай! Сука, так не видно, главное, да? Ой, блин, какая же... Откуда вы нахрен беретесь только? Ублюдки, блин. Или мне надо просто отсюда выйти, блин? Я не знаю. Ага. Ёб твою мать, а. Его что, надо весь сюжет, что ли, разбивать это видео? У меня сейчас положат, сука, просто, блин. Но! Это пиздец. Ой, сука. Я даже сейчас проходить не хочу вот эту шляпу просто вот. Ну блядь, чё? Как я в тот раз это прошел просто? Как мне терпения хватило это пройти? Вот такой, блядь, бред просто, а. Дерьмо вот это, сука, блядь, тараканье, блядь. Да пиздец. Сейчас, короче, если я не пройду, я прям плюну. Я даже время тратить на это не хочу. Вот просто, вот, ну не хочу на это время тратить. Вот этот бред, блядь, сука, концовочный, блядь. Вот просто нельзя было подойти, вот, сука, дыню развернуть в обратную сторону. Нет, блядь. Надо вот здесь вот стараться. Ну чё ты, сука, не открываешь-то, блядь? А, блядь, конечно, мы же с ним не поговорили, блядь. Твари, блядь, конченые, сука. Ёб твою мать, еще порталы отключать, блядь! Как я жалею, что я вот сюда залез просто в этот конец. Короче, ребята, давайте нахуй это. У меня просто уже терпения нету. Давайте закончим на этом первое прохождение. Насколько у меня второй хватит, настолько мы его залем. Я просто не могу уже играть. Все, надоело, блядь.